Участие в конкурсе приняли 32 музыканта, солисты и куроисты детских и взрослых коллективов. Открыла конкурс и исполнила песню в память о супруге Марьям Юлдыбаева. Почетным гостем на мероприятии стал глава администрации района Ахат Кутлуахметов. Он поприветствовал всех собравшихся и родных музыканта. Поблагодарил участников конкурса, что откликнулись и приехали. Конкурс «Пусть играет мой Курай» не произошел сам по себе. Поэтому мы должны помнить ушедших в иной мир, хранить в душе и помнить. Безвременно ушедшему от нас, талантливому музыканту Альберту Юлдыбаеву, его светлой памяти посвящен конкурс куроистов. Его целью стала пропаганда среди молодежи искусства игры на этом инструменте, а также поиск новых талантов и оттачивание умений тех, кто принимает участие в конкурсе. Рассказал о большом значении мероприятия председатель исполкома Курултая Башкир Куйургазинского района Юлай Ишмухаметов. Именно Курултай стал инициатором открытого конкурса для того, чтобы возродить народные традиции, раскрыть их ценность для молодого поколения. Когда служили в армии в 1973-74 годах с моим другом, с большим трудом поймали по радио за 2 года одно выступление куроиста, и оно растрогало нас до слез. Также участников и присутствующих поприветствовал народный артист Республики Башкортостан Юлай Гайнетдинов. Он вспомнил, как, услышав впервые Альберта Юлдыбаева, восхитился его мастерству, тому, что курай словно оживает в его руках. Перед началом выступления поблагодарила организаторов конкурса и пожелала всем участникам удачи супруга музыканта Марьям Юлдыбаева. Гран-при досталось представителю нашего района Диму Асаинову. Другие победители и призеры получили дипломы от отдела культуры администрации города, грамоты и памятные книги от почетного гостя мероприятия, председателя Союза кураистов Республики Башкортостан Артура Гайсарова.